Вот. Нет. Спрашивай только два раза. Не надо ходить и молять по 10 раз. Спроси один раз, спроси два раза, третий раз уже не спроси. Оставь. Бог сам накажет, сам все сделает. И по жизни я это понял. Я говорю, сделай это, пожалуйста, как-нибудь. Он говорит, да, сделай. Я второй раз говорю, сделай это, пожалуйста. Он говорит, я обещаю это сделать. И на третий раз я говорю, нет, я сам это сделал, спасибо. И вот точно так получилось на этой работе. Я говорю, сделай то, не сделай, потом раз и все сам. И в конечном итоге мне так это надоело, я их взломал. И потом, когда презентация была, я показал менеджеру IT, который отвечает за...